Так. Алло. Алло. Отлично, меня слышно. Коллеги, доброе утро всем. Здорово, что мы собрались. Напомню, зовут меня Наталья Ткачева. Я директор корпоративного центра компании «Микредит». Сегодня я хочу поделиться, как мы с вами построим работу. У меня есть небольшая презентация для вас, в которой я собрала самые-самые ключевые и важные моменты по вопросу взаимодействия Банка России с микрофинансовым рынком в рамках запросов наших уважаемых клиентов. Как мы построим нашу работу? Я кратенько пробегусь по презентации, расскажу вот все то, что я хочу вам сказать, поделиться своим опытом, дать рекомендации. Вы в это время можете уже сейчас писать ваши вопросы, которые есть, и, может, те, которые появятся у вас в ходе моей презентации. Итак, начинаем. Как вы знаете, с 2013 года мы находимся под регулированием Центрального банка, и именно с этого времени мы ведем свою статистику по запросам Центрального банка, вытекающих из запросов и жалоб наших клиентов. Всего за время с сентября 2013 года до настоящего времени, по середину февраля 2017 года, мы обработали 600 запросов Банка России. Немножечко просто статистики вам скажу, на основании чего я составила свои рекомендации, какой опыт у нас есть. Но в 2013 году это было всего 5 запросов, в 2014 уже 95, в 2015 187. Рекордсмен в этом смысле 2016 год ушедший, 294. Запроса было. И сейчас вот уже по состоянию на сегодняшний день, на 16 февраля, это 19 запросов, 10 в январе и пока вот 8 в феврале. Эти цифры сопоставимы с аналогичным периодом 2016 года. Именно на основании вот этого опыта я хочу сегодня вам рассказать, как же уберечь себя от ошибок, и как взаимодействовать с Банком России при составлении ответов на запросы. Небольшое уточнение. Презентацию все видят? Как мне понять, ответ видят или нет? Юль, можете мне помочь? Все, спасибо, вижу. Итак. Все запросы мы условно поделили на несколько видов. Это о досрочном погашении. Так, не тот слайд немножечко, это впереди уже, вперед забежали. Да, вот виды запросов. Это о досрочном погашении. Про коллекшн, то есть какие-то вопросы, возникающие в результате взаимодействия с заемщиком, когда он попадает в просрочку. По жалобам третьих лиц, то есть жалуются не непосредственно наш клиент-заемщик, а третье лицо, контактный телефон которого оставил заемщик при получении займа. Про тяжелые жизненные обстоятельства, ну это абстрактный такой запрос. Вот, не могу платить, мне так тяжело, вот они, ну то есть без какого-то конкретного пожелания со стороны заемщика. И в последнее время стали появляться запросы про коллекшн и БКИ. Мы так их назвали. То есть там
Заемщик жалуется на то, что мы не сообщили информацию в БКИ, как ему кажется, не ответили на запрос или еще что-то. Кратенько расскажу о каждом, по каждому виду запросов. В целом, в любом запросе Центрального банка есть запрос типовых, типовые вопросы. Это когда предоставить копию договора, конечно, копию заявок, копию правил предоставления займов. Это тот документ, который должен у вас быть и размещен на сайте. Самый большой по количеству пунктов запроса – это, конечно, запрос про коллекшн и от третьих лиц. Там они запрашивают буквально вот все-все-все. Что я хочу вам рекомендовать? Это следующий слайд. Когда вы готовитесь к ответу на запрос, конечно, вот моя рекомендация практическая – строить свой ответ таким образом, чтобы на каждый пункт вопроса в запросе у вас зеркалил ответ. То есть, например, пункт номер один – предоставить копию договора потребительского займа. Вот так и пишите, в ответ на ваш запрос предоставим первое, там, копия договора, там, займа с таким-то. То есть вы просто зеркалите, берете прям запрос и, вот как написано, например, предоставить копию договора потребительского займа от такого-то числа, номер такой-то, далее договор, в том числе. Вот просто так и пишите, предоставляем такую-то копию договора и все точно переписываете. Поверьте мне, вот вы в этом случае, может быть, потратите больше времени на составление запроса, но вы никогда не ошибетесь и никогда не создадите ситуацию непонимания. Потому что мы уже столкнулись однажды с такой историей, когда в запросе было два пункта. Например, да, первый – предоставить расчет задолженности, там, как платежи. И вторым пунктом была там задолженность по состоянию на дату составления ответа на запрос. Ну, мы благополучно предоставили расчет на одном листочке, то есть вот он расчет, и вот его задолженность на такую, ну, то есть дата расчета, и вот задолженность. При этом мы не написали, что задолженность по состоянию на такое-то составляет столько-то. И мы, вот вы не поверите, в результате мы получили штраф 500 тысяч рублей за непредоставление информации, неполный ответ на запрос. Поэтому мы уже для себя приняли решение, что пусть это будет повториться, пусть это будет там одно и то же, но это будет конкретно вопрос на конкретный пункт запроса. Еще важный момент, когда вы предоставляете вот копии договора, мы столкнулись со следующим, что они пишут, вот такой-то заемщик, вот такой-то договор, пожалуйста, предоставьте копию договора. Да? Мы предоставляем копию договора, в итоге получаем замечание, что вот у этого заемщика-то, оказывается, не один займ он у вас взял, то есть, вероятно, заемщик предоставил какую-то информацию. Вы не предоставили. Ну, мы, в общем-то, благополучно, не знаю, вот сейчас этот запрос уже как по этому запросу завершилась наша переписка или нет, но теперь мы во всех последующих ответах, если вдруг это наш лояльный заемщик, то есть несколько займов взял, мы делаем отметку, что вот направляем вам копию договора, но при этом также сообщаем, что данный заемщик там, у нас параллельных займов нет, поэтому у него может быть только один действующий договор, но при этом данный заемщик обращался ранее и получал такие-то займы. То есть это тоже не будет лишним. Нумеровать страницы, ну, это естественно, и это даже есть в требованиях, там в запросе они пишут, если на бумажном носителе пронумеровать, прошнуровать, заверить. Но сейчас, как вы уже, вероятно, знаете, вся переписка постепенно перемещается в личный кабинет, то есть в электронном виде взаимодействия. Во всяком случае, вот в Москве в центральном аппарате они уже практически на 100% перешли на электронный документооборот. Но при этом все равно документы нужно нумеровать, заверять и отправлять пронумерованные и заверенные ответы с печатями и с подписями.
По новациям я потом расскажу. У нас была встреча с Центральным банком там, по повышению эффективности взаимодействия. Это я чуть дальше расскажу. Вот рекомендация максимально точные ссылки на приложение к ответу. Это касается, скажем так, максимально точно объяснить Центральному банку в ответ на его запрос, где, в каком виде, в каком объеме содержится у вас информация на их вопрос. Чтобы они не домысливали, чтобы они не искали эту информацию. Именно максимально точно. Вот в таком-то приложении, там, номер один, на такой-то стране, там, у вас на стольких-то страницах мы вам предоставляем то-то, то-то. Следующая рекомендация в полном соответствии с условиями договора с вашим партнером. Здесь я имею в виду, ваши партнеры это коллекторские агентства. Если у вас есть аутсорсинг услуг по взысканию просроченной задолженности, объясню, откуда эта рекомендация. Например, часто в запросах Банк России запрашивает сведения о том, кто осуществляет взаимодействие с заемщиком по вопросу просроченной задолженности, или там был ли договор продан по цессии. И когда вы предоставляете сведения о том, какое коллекторское агентство осуществляет взаимодействие с заемщиком и на основании какого договора, вы обязательно смотрите, каким образом у вас в договоре описан порядок взаимодействия и обмена информацией с коллекторским агентством. Если у вас в договоре предусмотрено, что вы передаете на бумажном носителе реестр или по акту по какому-то, соответственно, вы в Банк России должны предоставить выписку из этого реестра, там, либо копию всю, конечно, не надо, там же у вас не один должник. Мы столкнулись с чем? В договоре мы записали, но потом с нашим партнером договорились, что мы будем просто по электронной почте, там цифровой подписью отправлять этот огромный реестр и не оформлять бумажный носитель. Но письменно мы в дополнительном соглашении, допустим, в письменном, мы это не оформили. Взаимодействовали и взаимодействовали. Соответственно, и в Банк России мы никакую выписку из реестра не предоставили. При этом они сделали нам замечание и тоже оштрафовали. Хотя мы писали объяснение и брали письмо от партнера, что мы не делали реестр. Поэтому смотрите очень внимательно условия договора. Если там описано, значит, просто сделайте выписку, заверьте ее, сделайте выписку из вашего электронного реестра и пошлите в Центральный банк. Если есть возможность быстро, с учетом того срока, который дает Центральный банк, там 7 рабочих дней, если есть возможность быстро с партнером подписать или подтвердить от него, получить что-то письменное, это тоже будет хорошо. Следующая рекомендация точно по форме приложения к запросу Центрального банка. Они в последнее время стали прилагать к запросам таблицу, в соответствии с которой просят заполнить информацию. Конечно же, нужно точно ее копировать и вносить информацию по той форме, которую хотел бы видеть Центральный банк. Это снимет множество вопросов. И общая вот такая рекомендация – это создать шаблоны ответа в зависимости от вида запросов, чтобы вам было проще. Вероятно, вы все это делаете. Вот мы у себя приняли тоже. Вот есть запросы, как я уже назвала выше, по этим типам. И есть на него шаблоны ответов, куда уже забивается конкретная информация. А следующее. Так, что-то у меня исчезло. Следующий момент. То, что говорит сам Центральный банк. Например, если у вас не хватает какой-то информации, есть или документов, например, тот же документ, который вам нужно. Это следующий слайд. Можно перейти на следующий слайд. Например,
какой-то документ подтверждения того же коллекторского агентства. Либо если у вас, допустим, документы хранятся где-то в архиве, оттуда что-то нужно взять, привезти, то в ответе на запрос обязательно направьте ходатайство о предоставлении дополнительного срока на подготовку там, информации или поиск документа, чтобы это сам просит делать. Потому что, ну, они же нормальные люди, они понимают, что все разные обстоятельства бывают. И они вам это такой срок предоставят. То есть они вам пришлют дополнительный запрос, где определят новый срок. При этом срок они просят, в общем-то, не указывать, потому что они сами его определяют с учетом тех сроков, которые установлены для Центрального банка на ответ на запрос физических лиц. Это вот то, что касается таких общих рекомендаций при подготовке запросов. Я думаю, что мы расширим эту тему, когда я буду отвечать на ваши вопросы. Следующее, что я хотела вам рассказать, это изменение законодательства с 1 января 2017 года. Просто обращаю ваше внимание, что ранее, до 1 января 2017 года, у нас действовала статья 15 353 закона. И уполномоченный орган рассматривать и возбуждать административное производство был Банк России. И по статье, по части 5 статьи 15.26.1 КоАП. Это было до 1 января. После 1 января у нас теперь есть, нас будут проверять и привлекать к административной ответственности по 230 закону, да, в части взыскания просроченной задолженности, уполномоченный орган Службы федеральных приставов. И это уже часть 1 статьи 14.57 Кодекса об административных правонарушениях. Какая тут важная ремарка? Банк России считает и намерен по нарушениям, совершенным до 1 января 2017 года, рассматривать и возбуждать дела по части 5 статьи 15.26.1, то есть та, которая действует до 1 января 2017 года. Более точную информацию они еще рынку предоставят после получения ответа из своего юридического департамента. Теперь немножечко о новациях по инициативе Центрального банка. Он сам вышел с такой инициативой. Это следующий слайд. И Центральный банк запускает пилотный проект, а именно в лице службы по защите прав потребителей финансовых услуг на нашей уважаемой, которую возглавляет Михаил Мамута. И они запускают проект по внедрению процесса взаимодействия с сотрудниками службы, с участниками рынка именно по запросам Центрального банка. Что это означает? Это означает, что можно будет связаться с непосредственным исполнителем в Банке России, который этот запрос сформировал и направил, и уже как бы сказать, на берегу выяснить все вопросы, которые непонятны, выяснить, какой информации будет достаточно, как ответить на тот или иной непонятный вопрос. Ну, я считаю эту инициативу очень хорошей, потому что, допустим, с региональными, с территориальными управлениями Центрального банка в регионах такая практика, в принципе, уже есть сейчас, вот в реалиях. Да, они как-то даже сами звонят и поясняют, просят, уточняют. Вот. Если сейчас еще вот это будет централизовано из головного управления здесь из Москвы, то я думаю, что наша жизнь станет чуточку полегче. Более того, планируется на увеличение сроков рассмотрения запросов с 7 до 10 рабочих дней. И как раз этот срок дается для того, чтобы успеть как раз в этот срок выяснить с исполнителем в Центральном банке непонятные вопросы и как можно качественнее и полно ответить на запрос.
Также обсуждали мы еще с Центральным банком такую тему, что вот в личном кабинете, когда мы отправляем сканированные копии, мы же их тоже все должны заверить. Мы их, да, там, у меня юрист вот считает, что он все равно должен это все в сшитом виде, чтобы все было вот так же, как на бумажном носителе, только в электронном виде. Банк России тоже это услышал. Пообещал рассмотреть вопрос об упрощении, то есть если это, ну, если это сканированная копия, то она и есть сканированная, да? Есть ли смысл тратить время на то, чтобы там ставить копия верна, сшивать и так далее. Поэтому здесь тоже предусматривается такая, так своего рода, оптимизация процесса. То также он планирует привести к единообразию требования Банка России во всех своих территориальных управлениях, чтобы это были типовые запросы, да, и, скажем так, требования были одинаковые у всех, то есть никакое там главное управление не придумывало чего-то нового. И сейчас я объясню предпосылки вот этого пилотного проекта, как это видит Центральный банк и как это видят участники рынка. Почему, это следующий слайд, почему зачастую компании с какими проблемами сталкиваются, да, почему они совершают ошибки. Но прежде всего, как и Центральный банк сам видит, какие проблемы. Это сложные формулировки и неоднозначно их толкование сторонами. То есть Центральный банк, например, как я уже рассказывала выше, наш опыт такой не очень приятный, запросил расчет задолженности, вторым пунктом там сумму задолженности на такую-то дату. Мы поняли это по-своему, они поняли это по-своему. Но в этом случае Центральный банк является сильной стороной, и вот он решил, что мы не предоставили информацию, мы обжаловали. Несмотря мы обжаловали в суде, это до самой высшей инстанции дошли, но, к сожалению, все равно пришлось штраф заплатить. Итак, какого они видят решение? Это как раз вот оптимизация содержания и стандартизация этих запросов. Чтобы всем сторонам было понятно, что Центральный банк ответ на какой вопрос хочет получить. Избыточный запрос документов, но как я это вижу, вот они в каждом своем запросе там просят копию правил и так далее, и так далее. Может быть, в этой части тоже в рамках стандартизации запросов произойдут какие-то изменения. Ну и разные формы запросов, имеется в виду разные из разных территориальных управлений, они поступают разные. И Центральный банк планирует дать рекомендации территориальным управлениям использовать типовые формы запросов, те, которые он разработает. Когда мы задали вопрос, а может быть это сделать на все-таки каком-то нормативном уровне утверждения, на что нам сказали, что их рекомендация территориальным управлением является нормой и требованием. Далее, какие еще есть проблемы во взаимодействии? Следующий слайд, пожалуйста. Это отсутствие порядка уведомления МФО об исполнении запроса. Я думаю, что все вы сталкиваетесь с тем, и все мы находимся в той ситуации, когда мы отправили ответ на запрос, сидим, вот вроде как в течение там какого-то длительного времени ничего нам не прилетело, ну вроде как считается, что вроде все нормально. Однако это совершенно не так, и Центральный банк это сам подтверждает, и поэтому все-таки они рассматривают возможность введения порядка такого уведомления, что это может быть будет какое-то ответное письмо, что такое уведомление, что ваш там запрос закрыт. Помимо того, что нет этого порядка, у нас, как у компании, также нет возможности самостоятельно отследить это исполнение. Например, если бы это был какой-то реестр запросов, да, зашел на сайт там Центрального банка и посмотрел, либо там, я не знаю, отсутствует непосредственное взаимодействие с представителем Центрального банка. То есть и у него мы не можем смотреть, а вот закрыли мы запрос или нет, достаточно ли всего. Устранили ли мы нарушение, если это, допустим, они дают предписание, особенно в части предписаний, да, если мы направили все, ответили, мы вообще выполнили предписание или нет?
Но, как я расскажу дальше, отсутствие административного производства не означает, что предписание закрыто. Вы будете удивлены. И, соответственно, как в качестве решения, вот три возможных варианта решения этой проблемы, как введение какого-то порядка уведомления, либо создание какого-то ресурса, на котором можно будет посмотреть исполнение запроса, либо можно будет узнать хотя бы по телефону у представителя Центрального банка, у исполнителя, который обрабатывает этот запрос и ответ на него, что запрос закрыт. Следующий слайд, как раз я хочу вам рассказать об исполнении предписания Центрального банка, которое они выносят на основании проверки, проведенной через запрос. Когда мы получаем предписание Банка России, это означает, что мы должны принять меры по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений законодательства. Одним из таких нарушений является несоблюдение требований к форме договора потребительского займа, а именно в части его индивидуальных условий. Мы, например, наша форма претерпела, ну, как минимум 6 изменений по предписаниям Центрального банка. При этом они касались, ну, до смешного даже, что если, допустим, сама форма, она индивидуальных условий, если взять указание, которым она утверждена, там, значит, есть, что вот, например, там, где склонение есть или принадлежность родовая, там, имеющая, я имеющий, там, в скобках. Мы, соответственно, делаем нашу форму в зависимости от пола заемщика, да, там мужчина, женщина. При этом нам Центральный банк сделал замечание, выписал предписание, ну, одно из, что вот форма не предусматривает вот этого вот корректного изложения. Вот, пожалуйста, поставьте эти скобочки «щищая». Мы, конечно, это все исправляем, но самое, значит, что мы должны сделать, чтобы устранить нарушения именно действующих договоров, потому что если договор уже исполнен, прекращен, то как бы его уже и менять-то, что там менять. Поэтому, что мы должны сделать? Мы должны утвердить новую форму индивидуальных условий. Это, безусловно, внести изменения, с какой-то даты действует новая форма индивидуальных условий. Но поскольку предыдущая форма, вот за весь период, за который вы заключили договоры с гражданами, ваши заемщики, у них-то форма договора считается недействительной, несмотря на то, что это там чисто ну, формальный какой-то признак, да? Поэтому эта новая форма должна применяться, это абсолютное требование Банка России, руководителя службы по защите прав потребителей, что по всем действующим договорам форма должна быть изменена. Каким образом вы это сделаете? Они просили даже дать там предложение им, чтобы как это можно сделать, например, разместить на сайте новую форму и уведомить там заем, пожалуйста, пригласить их, пожалуйста, вот мы сообщаем, что форма договора в этой части недействительна, пожалуйста, придите к нам в офис. И мы перезаключим с вами, переподпишем с вами договор. Но в чем, вот, например, у меня возникает вопрос. Разместить на сайте можно, но ведь у нас же формы договоров, наверное, как и у других участников рынка, они могут меняться не только в связи с предписанием Центрального банка, но и в связи с введением каких-то новых продуктов, новых условий. Да, и с какой-то даты у вас действуют там новые договоры. И, соответственно, если замечание Центрального банка касается какой-то вот части, там, что какое-то слово не так написано, то, по идее, вы должны вывесить все редакции за все сроки, да, что вот для такого-то периода такая-то, это вот для вас. Клиенты, мы с вами заключали договор там с 1 мая по 10 сентября, для вас такая-то форма и так далее, и так далее. Ну, вот такой вопрос я лично Центральному банку задавала, пока на него, они говорят, ну да, так, наверное, нужно сделать.
Вот все вопросы, о которых я вам сказала по новациям, по пилотному проекту, они сейчас в разработке, есть рабочая группа, которая будет, именно рабочая группа с участниками рынка, которая в этом пилотном проекте принимает участие и, соответственно, вырабатывает вместе с Центральным банком подходы, оптимизацию работы по запросам. И, в принципе, я готова держать всех в курсе событий последних. Вот. В общем-то, это был последний слайд. Я пока не вижу вопросов от вас, коллеги, поэтому вы можете их писать, задавать. Потому что, в принципе, я все сообщила, что хотела вам рассказать. Сегодня. Ну, конечно, бы мне хотелось узнать, насколько вам было полезно все, что я вам рассказала, насколько вам это поможет и какая может быть информация там из Центрального банка вам нужна, может, какая-то у вас конкретная ситуация. А вот поступил вопрос, какой прогноз на 2017 год дадите? Да, ну, судя по той статистике, которая сейчас уже есть, что количество обращений, количество запросов из Центрального банка за январь-февраль соответствует, в принципе, тому же количеству за период 2016 года, я не думаю, что жалоб будет меньше. Еще почему? Сейчас, кстати, вот уже в этом году появилась новая тип жалобы. Это о том, что наш клиент, заемщик жалуется о том, что ему постоянно звонят. То есть это к вопросу о количестве звонков, там, да, об ограничении взаимодействия и так далее, и так далее. То есть я думаю, что я, честно говоря, ожидала уже с 1 января вал этих запросов и жалоб. Но в рамках, допустим, жалоб непосредственно обращений к нам, да, такие запросы есть, и уже поступают отказы от взаимодействия. Если вы помните, закон 230 предусматривает возможность заемщика, если у него просрочка более 4 месяцев, отказаться от взаимодействия, то есть идите в суд. Такие заявления поступают, и я прошу вас помнить, что с 1 января 2017 года мы обязаны с вами ответить на такое обращение, мы обязаны в этом ответе дать разъяснение, каким образом, как правильно обратиться с таким отказом от взаимодействия, да, там по форме утвержденной и так далее, и так далее. И уже есть запросы из Центрального банка, что клиент жалуется, что вот ему постоянно звонят. Я не знаю, как в ваших компаниях вы поступили, но мы уже с середины прошлого года, 2016, внесли изменения в свои договоры займа, и у нас клиенты уже полгода, вернее, уже сейчас 8 месяцев, действует форма, когда он подписывает все там 3 или 4 согласия, 3 там, согласия на это, мы взаимодействуем так-то, то есть мы на берегу договорились. И сейчас те жалобы, которые идут, уже у нас есть основания отвечать, что мы с вами в договоре определили это. Конечно, у него есть право отказаться от этого, но мы должны его будем получить в форме, установленной законодательством. Поэтому, что я вам напоминаю, что обязательно, наша обязанность обязательно ответить и разъяснить порядок направления отказов и вообще обращений в МФО, в компанию.
Доброе утро. Так. Сталкивались вы с ситуацией взаимозависимых лиц? Светлана, не совсем понимаю ваш вопрос, что это значит. По активности должников какой прогноз? Но я уже сказала, что мы ожидаем увеличения этих запросов именно в рамках 230-го закона. Наталья, есть у вас какие-то цифры по судебной практике? Сколько у вас таких решений, суда, постановлений? Если говорить об обжаловании административных протоколов, обжаловании решений о привлечении нас к административной ответственности, ну, у нас не так много таких протоколов, таких дел административных. Всего, если я не ошибаюсь, 4. Два из них привлечение за непредоставление сведений. Это 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей мы заплатили. И по 50 тысяч рублей за нарушение законодательства о порядке взыскания задолженности, но это еще до вступления, до 1 января 2017 года. Мы все их обжаловали, все безрезультатно, поэтому все пришлось заплатить. Спасибо, очень так. Поделитесь, пожалуйста, кейсами, за что в последнее время основания для получения. Предписания, да. Практически все предписания, которые мы получили, они касаются именно формы индивидуальных условий договора. Это вот самое большое количество. То есть исправьте там то-то, там поставьте запятую. Было такое замечание, что вот сейчас точно формулировку не помню, но вот, допустим, у нас было там, мне кажется, в форме там рубль, а у нас были рубли Российской Федерации или что-то вот на эту тему. Также было предписание, что у нас как-то не так срок договора описан, если в самой форме, да, утвержденной в типовой, там, значит, срок, дата возврата и срок договора. То есть эти два пункта должны быть обязательно, не просто там срок договора. Поэтому именно вот такие предписания были. Есть несколько, там, два или три предписания, там, прекратить действия там, в отношении третьих лиц, но мы, в принципе, и так их сразу прекращаем, удаляем все сведения о третьем лице. ЦБ рассматривает ИП, работник организации, организации взаимозависимы и не рекомендует такое сотрудничество. ИП, работник организации, и не рекомендует такое сотрудничество. Светлан, честно не могу понять. Так, ИП, работник организации. Организации какой? МФО вы имеете в виду? Светлана, давайте, может, вы мне позвоните. Номер моего телефона есть у Юли, и у Юлии, но в 963-676-1363, 8-963-676-1363. В принципе, любой из вас может позвонить, и, Светлана, мы поговорим с вами на эту тему. Я могу предполагать, что это такое, но боюсь, что не совсем понимаю. Светлана, вопрос по займу. Так, ну, мы думаю, что со Светланой мы созвонимся, и я поясню все, что касается ИП. Возможно, это там выдача займа ИП, или, может быть, нанимаете сотрудника. Я не знаю, если вы говорите о том, что передать функции по взысканию задолженности ИП, то этого делать нельзя. Нельзя привлекать ни физическое лицо, ни индивидуального предпринимателя. У нас на эту тему тоже есть штраф, потому что мы, допустим, по гражданско-правовому договору привлекали физических лиц на обзвон, на взаимодействие, нам выписали штраф и предписание прекратить. Потому что в законе четко сказано, что там кредитор или юридическое лицо по договору с кредитором, да, там нет ни физических лиц, ни индивидуальных предпринимателей. Возможно, я ответила на ваш вопрос. Если нет, то давайте созвонимся.
Дальше. На какую сумму удалось снизить штрафы за счет ваших четких действий? Ну, вообще, у меня нет статистики конкретно только по запросам Центрального банка, хотя они превалируют. Всего нам за 2016 год заемщиками в рамках запросов и судебных исков было предъявлено требование на 24 миллиона рублей. Мы заплатили по всем искам возмещение там чего-то и так далее, и штрафы Центрального банка, и Роспотребнадзор у нас несколько штрафов, но они незначительные, это всего 1 200 000. Таким образом, если будет интересно, мы можем поговорить еще на тему судебных исков, взаимодействия, как они ведутся, какие требования предъявляют заемщики. Зачастую это даже не заемщики, а просто юридические компании. Там тоже есть о чем поговорить. Вот поэтому против 24 миллионов, ну, 1 200 000, да, в 2016 году мы заплатили. Так, Светлана, представитель ломбарда. Вот, но Светлана пишет, что я ответила на запрос, да, что нельзя привлекать ни индивидуального предпринимателя, ни физическое лицо. Да, Светлана, пожалуйста, рада помочь. У нас сотрудничество по продаже невостребованного имущества. Так, и что? Оксана, нужно сформулировать. Да, Оксана, присылайте, что у вас там по невостребованному имуществу, по продаже. Посмотрим. Как вы считаете, за МФК будет пристальное наблюдение, то есть количество увеличится МФК? Если вы имеете в виду микрофинансовые компании, это тот вид микрофинансовой организации, то есть, вы знаете, да, рынок поделен МФК, МКК, то к МФК будет не только пристальное внимание, но и ужесточение, я прогнозирую ужесточение регулирования, контроля и надзора. И не только в рамках компетенции службы по защите прав потребителей, но и по всем остальным направлениям. Это и надзор, это и департамент допуска. Вот если у нас сейчас присутствуют компании, которые подались на приобретение статуса МФК, они наверняка уже столкнулись с тем, как Центральный банк подходит к рассмотрению документов. Поэтому именно за МФК, именно Банк России будет пристально наблюдать. Но все мы с вами знаем, какова наша там репутация, да, какое отношение к МФО на рынке. Поэтому, хотя я считаю, что сейчас уже все-таки нам удалось и расчистить рынок, и как-то приобрести более цивилизованный такую форму. Но пристальное внимание будет, да. После 29 марта будет ЛЦБ рассматривать жалобы заемщиков МКК или будет перенаправлять в ЦРУ? А будет и так делать. Я подготовлю информацию по взаимодействию с ЦРУ, или вы можете обратиться в ЦРУ, они дадут вам информацию. Есть такая проблема, вот я точно знаю, что есть такая проблема, как задвоение, да, запросов. То есть Центральный банк направляет нам, одновременно как-то он направляет СРО, СРО тоже направляет за свой запрос. Эта проблема тоже была поднята в рамках пилотного проекта, и она рассматривается. Есть определенные варианты решения этого вопроса, но то, что жалобы МКК служба, ну, скорее всего, будет рассматривать сама, может быть, как-то будет сырое это делить, но вообще общая цель и вот разделение рынка, она и была, чтобы крупные МФК, те, которые там привлекают денежные средства физических лиц, кто работает онлайн,
да, к ним требования повышены, и за ними надзирает Банк России непосредственно, то есть прямое регулирование, а МКК все-таки больше отдать в СРО. В этой части, наверное, вот хорошо, что задали вы этот вопрос, я как-то не думала над этим. Возможно, будет перенаправлять в СРО, возможно. Но я запишу ваш вопрос. И при первой же возможности я его задам руководителям СРО или кому-то из Центрального банка, обязательно вам направлю ответ. Наталья, какие планы по мониторингу качества МФО? Мы знаем, есть пилотный по месту проверки МФО. Можете прокомментировать. Юля, знаете, я про вот этот проект по мистер Шопинг пока ничего не слышала и комментариев дать не могу, но как только я что-то узнаю, я обязательно поделюсь информацией, что же это такое. Может, какой-то тайный проект. Обычно мистер Шопинг они не раскрывают свои тайны, может, поэтому я не знаю. Есть протокол, а в нем не указаны санкции к нам. Какие наши действия можем наказать штраф в связи с незначительностью? Смотрите, да, сначала же составляется протокол, это процедурный вопрос, протокол об административном правонарушении. Назначаются слушания, рассмотрение делается, если протокол есть, установили. Назначаются слушания, приглашаются представители МФО, заслушиваются разъяснения, почему так произошло, там недопонимание, либо, я не знаю, МФО действительно что-то нарушило. И уже в рамках рассмотрения очного, как правило, это проходит очное, я сама была на этих рассмотрениях, это все очень цивилизованно, это все очень формализовано. То есть там, ну, как сказать, прям чувствуешь себя. Прямо вот на административной комиссии там все зачитывается, все сверяется, заслушиваются стороны, почему так произошло. И у нас были кейсы, когда нам отменяли штраф в связи с незначительностью. Ваши действия, как можно больше раскрыть информации, как можно точно объяснить свои действия, да, если, допустим, вы не представили какой-то документ. Вот просто не представили, вы реально там считаете, да, вот мы не представили и не запросили, потому-то, что нам не хватило, но вы не подали ходатайство, да, об увеличении срока вам, на предоставление дополнительного срока. Ну, соответственно, Центральный банк, ну, как правило, все равно штраф назначит. Но есть случаи, когда действительно какая-то сложная формулировка была. Ну, еще скажу по секрету, иногда ведь Центральный банк тоже ошибается. И, ну, никому только не говорите, но он никогда не признает этого своего, что этого не было. Они всегда прекращают такие дела по малозначительности. Удалось ли вам заменить штраф предупреждением? Знаете, никогда такого не было. Либо прекращали по малозначительности, либо налагали штраф. Но вот предупреждением никогда. И, по-моему, вот я 4.1.1, вот никогда не применяли к нам 4.1.1. У кого какая статистика? Да, кстати, было бы интересно, чтобы вы тоже поделились, сколько жалоб вот вы в среднем получаете. Как вы на них отвечаете? Ну, конечно, в рамках чата сложно все рассказать, но тем не менее вы можете писать мне на почту, моя почта ntkachova@mikredit.ru, либо вот на тот почтовый адрес, который вам дала Юля. Мы можем это аккумулировать и обмениваться опытом, потому что никогда не знаешь, что вдруг прилетит от Центрального банка. Так вот, ну, вопрос по МКК и как будут над ним, как будет регулирование осуществляться, я записала, обязательно уточню и вернусь с ответом. Да, вот Юля еще раз дублирует адрес, на который можно присылать вашу статистику, ваши вопросы дополнительные.
Или звонить мне. В случае, если по предписанию нарушение устранено, может ли быть наложен штраф? Ну, смотрите, Лейла, как я уже говорила, вот есть такая большая проблема, которую я озвучила, это вот по замечанию по форме индивидуальных условий, те нарушения, которые мы, ну, по мнению Центрального банка, допускаем, меняя в форме какие-то формулировки, которые по сути своей соответствуют, и они логичны и более корректны, но тем не менее мы нарушаем утвержденную форму. По этой части мы, например, получаем запросы, допустим, вот есть период какой-то, да, полгода у нас действовала форма договора. Центральный банк нашел нарушение, что вот у вас там слово такое-то, замените на такое-то. По конкретному заемщику, ведь жалоба же поступает в ответ, как следствие жалобы заемщика, и они, рассматривая жалобу, рассматривая его договор, это нарушение находят, как бы, что называется, с оказией с этой. И они пишут, вот вы, пожалуйста, вот предписание же касается, вот пока, слава богу, мы не получали предписание, что вот все формы, потому что они все не видят, да, они не могут вот так написать, что устранить во всех. Но во всяком случае, слава богу, мы этого пока не получали. Они пишут в отношении, вот этот заемщик, вот этот конкретный договор, пожалуйста, перезаключите. Что мы делаем? Мы, естественно, утверждаем новую форму, вносим изменения, устраняем. Направляем два экземпляра, подписанных со своей стороны новой формы индивидуальных условий, и просим, пожалуйста, подпишите и пришлите нам наш экземпляр. Ну, естественно, мы ни разу еще не получили в ответ, и никто к нам не пришел в офис, чтобы это перезаключить, потому что, мне кажется, у заемщика мозг взрывается, чего это вдруг компания. С жалобой тот заемщик, который получил займ именно в тот период, когда у вас была, по мнению Центрального банка, неправильная форма. Ну, Центральный банк и люди там не сумасшедшие, понимают, что есть, ну, вещи, за которые следует исключать из реестра, а есть те, за которых было бы, наверное, не совсем правильно. Поэтому мы уже сейчас к таким предписаниям как-то попривыкли немножечко, вот, но давно, честно, тут-то не получали именно предписания. Административку, да, возбуждают. Да, он может быть, если вдруг, ну, именно, ну вот штраф как? Предписание вы будете получать, и по каждому заемщику, который указан в этом предписании, вы будете исправлять и направлять Центральному банку ответ, что вот мы направили, мы исправили, вот утвердили новую форму, вот это мы направили клиенту. Но поскольку нет обратной связи от Центрального банка, да, как я говорила уже, что предписание закрыто, что запрос исполнен, то мы живем в состоянии постоянного ожидания, что
по какому-то предписанию может быть прилететь штраф, например. Ну, хотя я вряд ли думаю, что именно по этому договору, по которому вы устранили и все правильно направили, если вы все правильно направили и длительное время нет ничего, то, ну, наверное, нет. Потому что как, ну, Банк России все-таки быстро реагирует на эти все, у них же есть сроки еще процессуальные. Какой самый сложный случай был по жалобе? Ну, самый сложный был, но я все-таки его считаю, это вот когда на нас наложили штраф 500 тысяч рублей, было сложно доказать Центральному банку, донести до него, что ну вот у вас два пункта в запросе, а мы на два пункта ответили одним документом на одном листочке. И да, мы там не написали, что задолженность по состоянию на дату расчета такая-то, но это же очевидно, это следует из расчета. И мы его обжаловали и в суде первой инстанции, там второй. Ну, Верховный не пошли, конечно. Но в целом нужно отметить, что наш опыт обжалования действий Банка России, его документов, он печальный. Суды даже по поведению судей особо не заморачиваются, не вникают. Это прискорбно, но против Центрального банка. Но, во всяком случае, нам не удалось выиграть ни одного дела. Старались ли на практике, так, сталкивались на практике, когда ЦБ при проведении проверки или Роскомнадзор? Нет, нет, такого в практике у нас не было, чтобы он куда-то там направил. Нет, я не припомню. Во всяком случае, яркого такого у нас случая не было, но я запишу себе посмотреть. В Роспотребнадзор точно нет. Но сейчас Центральный банк активно начал надзирать за взаимодействием с БКИ. Вот у нас поступают запросы, и в них содержится такой вопрос. И уже можно понять, на что жалуется заемщик. Значит, нужно приложить копию договора с бюро кредитных историй, предоставить сведения о причинах непредоставления информации об исполнении заявителям обязательств, ну, то есть заемщиков, и объяснение общества по факту оставления без рассмотрения запроса БКИ. Если из этого следует первое, что нужно взять на вооружение, что всегда отвечать на запрос БКИ. Это первое. Второе. Очень сложный. Кстати, вот хорошо, что вы задали этот вопрос. Я вот себе записала, чтобы рассказать вам. Сведения о причинах непредоставления информации. Когда это бывает? Это бывает тогда, когда имеет факт мошенничества. То есть, ну, человек, скажем так, с плохими намерениями, воспользовавшись чужим паспортом, ну, грубо говоря, мошенник, по чужому паспорту получил займ, и не только там в одной компании, а ряд, мы знаем эти все схемы мошеннические. И, соответственно, у нас-то значится человек тот, который в паспорте указан, и, естественно, вся информация про него ушла в БКИ, и она не может быть исправлена, потому что, ну, у нас займ не погашен. Вот мне было бы, конечно, интересно тоже, если у вас есть такие кейсы, как вы поступаете, но мы, когда устанавливаем, что это действительно мошенник, ну, там, отдел рисков, служба безопасности, то мы направляем в БКИ в итоге сведения, что займ закрыт. Но это, ну, насколько я знаю, вот и с рисками мы обсуждали ну, это не так просто, вот с точки зрения там системы, с точки зрения учета, потому что, ну, хорошо, когда есть там приговор суда, когда есть какое-то уголовное дело, понятно, что у нас есть очень такая положительная практика и поимки мошенников при попытке получить займы по поддельным паспортам. Вот. В этом случае проще. Но вот когда совсем ничего нет, но понимаешь, что человек бьется, да, что ну, это не я, я там терял паспорт и так далее, то здесь, конечно, есть еще над чем подумать. Поэтому, если у вас есть какой-то опыт положительный, было бы хорошо его услышать.
Наталья, можно ли получить практическую рекомендацию? За все время на один запрос не ответили вовремя. Что делать? Уже привлекают по... Не увидели просто. На, так, вы просрочили, да, не ответили вовремя. Что делать? Но привлекают, да. Но постарайтесь, когда вы пойдете на там, административную комиссию, пояснить, не увидели, по какой причине, что, ну, повиниться, ну, тут нарушение есть, да, вот есть, не увидели, это, ну, это ваша проблема, как у вас выстроен процесс. Здесь две стороны, постараться здесь центральному банку объяснить, почему вы не увидели, по какой причине, как так получилось, я не знаю, в отпуске был сотрудник, болел, еще что-то. Это первая часть, но быть готовым к тому, что вас оштрафуют, при этом имейте в виду, что можете даже попросить снизить штраф по малозначительности, несмотря на то, что в законе вроде как предельный размер 500 тысяч рублей. Ну вот у нас прям есть кейс, когда нам, мы тоже объясняли, как раз это кейс был с коллекторским агентством, что у нас, ну вот, ну нет у нас, мы по умолчанию договорились там по электронной почте, что это будет электронный реестр. Ну нет, мы не могли это представить, потому что у нас этого нет. Но потом мы все равно дослали после... административной комиссии мы им дослали, что ну вот он реестр, мы действительно там подали, и они, в общем-то, присудили нам 250 тысяч рублей, поэтому вот попробуйте либо там совсем по малозначительности, что не ответили, ну хотя как-то мне кажется, что это скорее всего нет, но хотя бы вы можете постараться снизить в два раза штраф, не 500 все-таки, а 250. И вторая часть, это, конечно же, обязательно посмотреть, по какой причине проанализировать, почему вы не, как, ну, не увидели, да, и отладить процесс и не допускать больше такой истории, потому что ну, за сроки Центральный банк, эта структура такая, она осталась неизменной, наверное, со времен Советского Союза, она очень структурирована с точки зрения там бюрократизирована, да. Даже если вы, кто из вас был на административных комиссиях, вы должны понимать и вот этот духом этим пропитываться, как Центральный банк подходит к документам и к срокам. Наталья, каков типичный портрет заемщика, который жалуется? Есть ли типаж? Можно ли организовать какую-то профилактику по отношению? Очень хороший вопрос. Портрет действительно, даже у нас недавно в январе прошла региональная встреча, к нам приезжали наши региональные директоры, директора, и я когда с ними общалась, делала там презентацию, и о чем я с ним говорила, это именно портрет заемщика глазами юридического департамента. То есть мы в головном офисе мы не видим, мы не знаем, кто к нам приходит, что это за люди. Ну, мы примерно представляем, кто наш клиент, да, мы знаем своего клиента, что какой статус у него, какая социальная прослойка и так далее, и так далее. Мы, в общем, знаем, но в целом, как мы видим клиента через призму жалоб, и через призму, вот, например, я тоже уже анализировала и выступала на публичных площадках с темой по банкротству, кто вот этот заемщик? Ну, ни для кого, наверное, не секрет будет, что, безусловно, проблема возникает тогда, когда человек не хочет или не может платить. Тогда он ищет все способы для того, чтобы не платить. И вот для меня, читая запросы, я делю клиентов на, наверное, на две категории, да. Это вот откровенно те, кто не хочет платить и пытается таким образом уйти от исполнения обязательств. То есть вот пишет вот все, что надо и что не надо. Это те, кто не хочет. Есть, нет, наверное, на три категории. Есть те, кто не может, и вот та категория мы выделили в тяжелые жизненные обстоятельства, и когда читаешь эти запросы, ну там понимаешь, что действительно там, не знаю, там кормилица умер, там я вот попала там на больничные, долго лечилась и так далее. Там видно, что
Человек действительно не может платить, и это уже крик души, это именно поиск помощи, вот, решение ситуации. И третья категория, она очень маленькая, но она есть, это когда действительно есть наши ошибки. И мы там их признаем, и исправляем, и извиняемся перед клиентами. Вот такие три категории вот я лично делю заемщиков. Безусловно, есть, как говорится, в любом вопросе профилактика, она намного эффективнее, нежели лечение, да, само. И решение проблемы при ее уже там возникновении, вплоть до уровня там суда или центрального банка. Ну, у нас в компании есть служба клиентского сервиса, которая старается максимально внимательно читать и относиться к рассмотрению каждого запроса. И уже есть индикаторы, когда ты понимаешь, что вот этот человек точно пойдет жаловаться, когда ты понимаешь, что ну, ты точно ошибся. И, конечно же, большое количество жалоб, вопросов нам удается снимать на этапе, вот когда человек обращается к нам. Как то, например, мы видим там пересчет задолженности, где-то ошиблись, но мы понимаем, что наша ошибка, естественно, пересчитываем, там деньги возвращаем, снижаем платеж и так далее, и так далее. Если это связано уже человек в просрочке задолженности, если мы видим, что где-то, ну, не секрет, что коллекторы или особенно там коллекторские агентства, которые не в нашем прямом подчинении, да, другая компания, они там для там повышения своей эффективности как-то могут вести себя некорректно, естественно, мы сразу выходим, сразу снимаем своих сотрудников, наказываем, мы лишаем, если коллекторское агентство, ну, мы видим, что оно прям вот переходит границы, мы лишаем его статуса. Кстати, у взаимодействия с коллекторскими агентствами у нас такой хороший опыт, называется постоянно ромашка, игра на выбывание. То есть мы постоянно в поиске там коллекторских агентств, может быть, какие-то новые, но сейчас вряд ли что-то новое появится. Но мы постоянно проводим тендеры, постоянно держим их в тонусе, под контролем, как со стороны, с точки зрения их эффективности и в то же время, чтобы они были в рамках закона. И они все знают, что они, допустим, одно коллекторское агентство знает, что оно у нас не одно, что есть партнеры, среди которых постоянно идет, скажем так, соревнование. Но обязательно этим процессом нужно управлять. И, как я уже сказала, безусловно, профилактика это намного лучше и эффективней, чем уже, как говорится, рассматривать проблему, когда она возникла, и она уже в Центральном банке или в суде. А можете поделиться информацией, что вы отвечаете, когда видно, что явно связан с мошенничеством? Ага, что вы отвечаете, связан с мошенничеством? А мошенники не жалуются в Центральный банк, во всяком случае, мы не сталкивались с таким очевидным случаем, чтобы вот мошенник взял и пожаловался в Центральный банк. Если, то есть человек, который не хочет или не может платить, это не означает, что он мошенник с точки зрения уголовного права, да, уголовного кодекса. Поэтому мошенники, ну, не жалуются. Жалуется человек, который, если вы говорите о том, что жалуется человек, по паспорту которого получен займ, таких вариантов тоже не было, чтобы человек пожаловался, что я не получал и так далее. Потому что, как правило, мы реагируем уже на этапе обращения его к нам. Ведь он прежде всего же, когда звонит коллектор, он прежде всего говорит, да я ничего не получал, вот у меня справка, я терял паспорт. Естественно, мы уже принимаем в работу и проводим свои мероприятия. Поэтому случаев явного мошенничества, вот так, чтобы пришел запрос ЦБ, и мы понимаем, что это мошенническим путем получен займ. Если у вас есть такие кейсы, поделитесь ими. Может быть, у нас найдется какая-то рекомендация. Но у нас нет. А Лейла, так, она должностное лицо. Переводить ответственность, ну, честно говоря, я не знаю, там предусматривает статья или нет, потому что на должностное лицо как-то сразу не буду вводить вас в заблуждение, но мы никогда не пользовались этой должностное лицо. Я уточню этот вопрос, но либо мы не пользовались, либо
Если мне не изменяет память, юрист у меня говорит, что это бесперспективно. Вот давайте я уточню этот вопрос. Если есть такая возможность, а может мы ее не знаем, она на поверхности. Я записала этот вопрос. А какие индикаторы говорят о том, что человек пойдет жаловаться? Знаете, во-первых, если есть очевидное нарушение со стороны компании. Мы понимаем, что мы реально что называется, облажались. Безусловно, понятно, что человек, и по стилю его письма будет понятно, что либо он сам, грамотный и понимает, в чем вопрос, либо это запрос составлял юрист, то есть уже человек обратился к юристу. Понятно, что дело, что это индикатор к тому, что он пойдет в суд. Есть ряд прям кейсов, они уже нам знакомы по стилю письма, по стилю претензий. Мы понимаем, что это такая-то антиколлекторская компания, они у нас наперечет, они все известны, что этот запрос связан, то есть они обращаются к нам, они не ожидают ответа, то есть они не ожидают решения вопроса. У них нет конкретного, скажем так, конкретной цели решить. У них конкретная цель пойти там все стадии, он будет жаловаться там сначала к нам, потом в Центральный банк, потом он пойдет в суд. Компания зарабатывает свои деньги, обнадеживая клиента, что есть недобросовестные, скажем так, злоупотребляющие правом компании, которые просто зарабатывают на этом деньги. И они видны вот по самому стилю запроса, уже понятно, что вот этот человек, мы его увидим даже в суде. Но все равно, естественно, мы отвечаем максимально точно, максимально в соответствии с законодательством, чтобы уже на следующих этапах не было повода для предъявления претензий. Не так давно столкнулись с такими случаями, когда заемщик пишет жалобу в ЦБ от имени третьего лица и пытается сослаться на мошеннические действия. Хотелось бы узнать, сталкивались ли вы и как поступили, если вы сталкивались. Заемщик пишет жалобу от имени третьего лица. Нет, вы знаете, Дмитрий, вот такого с таким мы не сталкивались. Это что-то уникальное. То есть он пишет, что я такой-то, такой-то являюсь, там вообще непонятно чего, я заем не брал и так далее, и так далее. Но в этом случае, что вот приходит в голову первое, это то, что есть договор. Мы их все храним, естественно, в оригинале, да, если это офлайн, если онлайн, то это цифровая подпись. И в таком случае иди оспаривай, что это не твоя подпись. Если вот такие прям откровенные случаи. Потому что если это мошенничество, человек что? Он говорит, я терял паспорт, есть справка о том, что заявление в полицию, да. Если паспорт не терял каким-то другим способом, кто-то завладел твоим паспортом, доказывай тогда, что. Но это не твоя подпись, поэтому не думаю, что в Центральном банке тоже благоразумные люди сидят и понимают, когда человек пытается лукавить, а когда действительно там инфо что-то ущемляет права заемщика. У нас подобная ситуация. То есть я правильно понимаю, подобная ситуация, что сам заемщик пишет от третьего лица. Интересно, а кем он называется, что вот это не мой номер телефона. И они мне звонят, это и я, это не я. Но исходите в ответе, тогда исходите из фактов, из конкретных документов, что вот есть договор, подписанный заемщиком, вот есть документы о перечислении ему денежных средств, либо, не знаю, там в платежной системе, вот документы, что займ получил именно такой человек, именно с такими паспортными данными. То есть, если он вам дает номер карты, то она верифицирована, да, что эта карта принадлежит такому-то лицу. Если он идет в платежную систему, там он предъявляет паспорт и получает деньги. То есть тут исходите тогда из того, что вот есть документы, подтверждающие, что такой-то, такой-то с такими-то паспортными данными займ получил. До того момента, пока не будет доказано иное. То есть, мне все-таки кажется, что вот если действительно есть факт мошенничества, вот какие-то
такие нюансы, они дают сразу понять, что это действительно мошенник. Ну, это вот я, это вот мое мнение такое, сколько раз там рассматривали кейсы, вот его как-то вот видно, я не знаю, то ли это, да, даже если он не предоставляет справку, что утрачено, но как-то служба безопасности это понимает. И думаю, что и Центральный банк, банку тоже будет понятно, что вот есть человек, да, вот есть паспорт, вот он получил, вот его подпись, вот у вас оригинал договора. Не так давно была похожая ситуация. Но знаете, поскольку вот такие ситуации у вас есть, мне, ну, надо, наверное, тоже посмотреть и задать вопрос нашим коллегам. Может быть, непосредственно заемщики сами пишут, что ничего не получал, и как мы отвечаем. Ну вот, в запросах Центрального банка именно, во всяком случае, меня юрист не ставил. Известно, что вот такая появилась на рынке возможность. Я тоже это записала, но, коллеги, лучше будет, если вы это все-таки продублируете на почту, да, указанную Юлей. И Юля тогда мне их вышлет, и я прям по всем дам какой-то дополнительный комментарий. Наталья, предлагаем на базе нашего учебного центра организовать вашу горячую линию по вопросам правовой поддержки опытом ломбардом. Что скажете? Поддерживаю. И еще так. Ну, все, что касается правовой поддержки, да, но, коллеги, вы должны понимать, что это все равно должно быть в рамках, как бы не созда чтобы не создавать конфликты интересов, это первое. Все, что касается улучшения качества услуг, все, что касается очищению рынка, да, там все, что будет способствовать имиджу нашей отрасли, это всегда пожалуйста. Конечно, я не смогу с вами делиться какими-то правовыми заключениями по конкретным, там, ну, скажем так, касающиеся вот прям самой деятельности, мы должны все это понимать. КПК и ломбарды, у меня, скажем так, очень мало опыта с ломбардами, еще меньше в КПК, но во всяком случае я постараюсь найти ответ на ваш вопрос, либо, скажем так, найти эксперта, который ответит на ваш вопрос, то есть, ну, без проблем. И еще такой вопрос. Если в ходе подготовки ответа на запрос была обнаружена ошибка, например, в ИУ, как лучше поступить? Изменять сразу или ждать переписания? Нет, конечно. Вот с Центральным банком, с ним чем открытие, вот тем лучше. Вот вы обнаружили и говорите, да, вот при подготовке запроса мы в нем посмотрели, там опечатка, там, ну, и вы смотрите, что утверждена форма та правильная, но вот при распечатывании, я не знаю, там, при формировании договора вот произошло сбой или еще что-то, или там, допустим, или вы сами поняли, что у вас она не соответствует, конечно же, лучше сразу исправляете, сразу же в Центральный банк даете сведения, что мы вот сами обнаружили, мы все исправили, вот новая форма, вот заемщику отправили уведомление, чтобы он пришел, или направили сразу документы на подписание, ждем от него. Разместили на сайте новые формы. Конечно, сразу. Зачем же вам предписание-то ждать? Как правильно поступить, если в запросе ЦБ неправильно указаны ФИО? Мы сразу отправляем в Центральный банк ответ, что с таким-то номером договора заемщик совершенно другой, просьба уточнить ваш запрос. Но я думаю, что когда, допустим, с регионами, в региональных территориальных управлениях, а там, куда можно позвонить, в принципе, мы, ну, идем к Центральному банку на встречу, говорим, знаете, вот здесь вы так написали, вы пришлите другой запрос. Ну, конечно, обязательно, обязательно в установленный срок вы должны отреагировать на запрос, не сидеть и ждать, что вот мы позвонили, предупредили, мы ждем там у них уточнения. Нет, письменно все должно быть, чтобы не давать повода Центральному банку привлекать нас к ответственности. Потому что они не просто потому, что они хотят, но у них вот есть регламент, который они четко соблюдают. Если нет от компании ответа, срок истек, предписание должно быть. То есть они просто не могут не отреагировать. Поэтому мы должны вести себя зеркально так же, мы не можем не реагировать.
Мы исправили, направили с письмом, а они нам сразу административку за нарушение сроков. Исправили что? Мы исправили, направили с письмом. Вы исправили ошибки, которые обнаружили в индивидуальных условиях? Ну, нет, за нарушение сроков, значит, вы не вовремя ответили, я так понимаю. За нарушение сроков ответа, если вы их нарушили, ну, значит, правильно, исправления были. А, это да, это у Центрального банка есть такое. Допустим, вот мы ответили на запрос. Вот было такое, что потом бывает, что представитель Центрального банка там либо сам звонит, ну бывает такое, да, и говорит, что вот я не понимаю, что вот тут у вас то-то, то-то. Мы когда начинаем смотреть, обнаружим и отправляем им дополнительно. Либо когда уже административный протокол составлен, мы там посмотрели, ага, да, действительно, и отправили. Да, запрос будет выполнен, информация предоставлена, но за нарушение сроков, тоже ответственность, потому что там же две составляющие, два состава про нарушение, это не предоставление, предоставление недостоверной информации, да, три даже получается, и нарушение сроков. То есть вот, поэтому всегда нужно помнить, что не предоставление, предоставление недостоверной информации. Ведь смотрите, они же не направляют нам копию запроса заемщиков и не собираются этого делать. Объясняя это, уж не помню, какой статьей, честно говоря, не помню, почему, как они это объясняют, но самого запроса клиента мы не видим и не получаем. Поэтому что там клиент, какие документы предоставляет, какие сведения, мы не знаем. Поэтому нужно быть максимально открытыми, максимально честными. Ну вот если нет, ошиблись, да, вот так. Я всегда против того, чтобы лукавить, чтобы что-то скрывать, чтобы что-то исправлять, как-то пытаться уйти от ответственности. Всегда этому, всегда, хоть, ну, вообще в жизни. Как говорится, тайное всегда становится явным, это закон. И, ну, просто это еще тяжелее, еще неприятнее, когда, ну, вас ловят там на каком-то лукавстве. Признавайтесь, ну, исправляйтесь, ведь все запросы Банка России, все запросы любого госоргана, любой судебный иск, его же тоже нужно рассматривать как, ну вот, Центральный банк позиционировал жалоба как подарок. И все эти вещи нужно тоже видеть в нем позитивные, положительные стороны. Вы всегда можете использовать это для усовершенствования своих процессов, для повышения качества услуг, для изменения подходов и так далее, и так далее. Поэтому я рассматриваю любую проверку, любой запрос как даже самый бредовый, как возможность посмотреть на свою работу. Ну вот, судя по последнему сообщению Юли, я так понимаю, что мы планомерно приближаемся к завершению нашего общения. Мне очень приятно. В принципе, я готова рассказывать, говорить и говорить и говорить о нашей работе, потому что она многогранна, у всех разный опыт, и, конечно, было бы интересно знать и видеть, что у вас. Коллеги, если больше вопросов нет, то, наверное, да, мы будем завершать наш сегодняшний вебинар. Присылайте, пожалуйста, все те вопросы, на которые вы не получили ответы. Я себе записала как минимум три. Это запросы от МКК о направлении с Центральным банком в другие надзорные органы информации. Да, там как можно ли перевести на должностное лицо и в части вот ссылки на то, что это мошенничество от лица через третье лицо, что заемщик как будто бы он ни при чем. Вот четыре я записала себе, но вы все равно их пришлите вот на почту, чтобы они были в одном месте.
Дорогие мои, я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего рабочего дня, замечательного вечера. Уже вот как четверг, совсем маленькая-маленькая суббота, да, завтра уже пятница, это совсем практически суббота. Скоро, я думаю, что скоро уже будет тепло, придет весна, и нам с вами будет все-таки веселее. До свидания, огромное спасибо, мне было очень приятно рассказать вам о своем опыте и рада, если я смогла вам в чем-то помочь. И вам всего хорошего, до свидания, до новых встреч.